очередной этап контроля. Мы действительно говорили о том, что депутатский корпус будет контролировать наши дороги. Это действительно радует, что сегодня зашли сюда профессионалы. Все с профильным образованием, я сегодня говорила. И как только я сказала, что бордюр у них там сломан, они уже сказали, что сегодня заменят. Я уже слышала, как они отдали распоряжение своему специалисту, что бордюр сегодня заменят. То есть контроль в действии, мы смотрим, как они работают. Вот до конца воскресенья они пообещали этот участок сделать.